Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство iPad Pro 2021 года, и сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать скриншот. Делать его проще простого. Смотрите, у нас сбоку находится одна кнопка. Это кнопка выключения-включения устройства. Это с одной стороны, с короткой. На длинной стороне у нас две кнопки. Кнопка увеличения громкости и кнопка уменьшения. И теперь смотрите, нам нужно одновременно нажать и сразу же отпустить кнопку выключения и кнопку увеличения. То есть одновременно их нажимаем, отпускаем и вуаля, скриншот готов. Вот так вот просто делается скриншот на iPad Pro 2021 года. Кроме того, если вы сделаете скриншот, вы сразу же можете на него нажать, чтобы его отредактировать. Причем, если у вас есть Apple Pencil, тогда вы можете рисовать еще и очень даже хорошо. То есть можно прям вот очень хорошо отредактировать картинку. Можно выбрать цвет, можно рисовать стрелочки, можно да что угодно, по сути, можно делать. Можно даже создавать, не знаю, можно творить искусство на скриншотах в iPad Pro 2021 года, потому что позволяет нам это делать система, у нас здесь и линейка есть. И вот такой странный инструмент. Да, это выделение, я понял. В общем-то, после того, главное, как вы изменяли что-либо, нужно нажать на кнопочку «Готово». Вот здесь вот, не на корзину, а на «Готово». Либо же можно не сохранять ее в галерее, а просто кому-то отправить. Да, неважно кому. Здесь просто можно нажать «Готово», сохранить фото или файлы, и все. Потом уже можно ее отправлять уже из галереи, то есть из фото, из программы фото, зашли в программу фото, вот здесь наши скриншоты, те, которые мы не редактировали, они здесь, да, они сразу сохраняются автоматом тут, а тот, который отредактировали и нажали готово, тоже сохранится здесь. Что ж, друзья, спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, до свидания.